Страшно. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Она выходит медленно, у нее голова висит сзади. Конструкция. Сзади, я имею в виду, в спине. Хорошо. Штырь такой. Понятно. Вышло? Да. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Аллу в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Аллы поднимаемся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Аллу. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она не может говорить, у нее рот перекошен, но она рукой показывает, что ей это все мешает. Хорошо. Я прошу сканер отключить эту голограмму полностью. Вместе с ней отключаются сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, все провода, все чипы. Все это выходит сейчас и зависает перед ней. Пошел процесс. Спина, голова, лицо. Везде отключается. Готово. Отправляю эту конструкцию в клетку-тюрьму. Алла меня слышит, может говорить? Да, она чихает. Хорошо. Я спрашиваю разрешение на диагностику и чистку. Дает. Отлично. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Аллы под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Аллы. Находит все. У нее рептилоид. 2 грея. Красный большой дракон трехглавый. Хорошо. Джин и бес. Чья это конструкция? Грея. На каком основании вы установили эту конструкцию, доводя человека до потери сознания, что она засыпала? Выкачивали, что могли, по полной. Просканируй их, Вера, неорганические или неорганические? 2 робота. 2 робота. Выстраиваю канал от этих роботов, притягиваю остальных ответственных. 1, 2, 3. Все, кто связан с роботом, притягиваются в клетку, тюрьму, становятся моими заложниками. Я от рептилоида выстраиваю канал к ответственным, притягиваю всех ответственных с ним связанных в клетку, тюрьму. Стоят в клетке, тюрьме. Притянулись 2 грея, это их копия. 2 робота. Отлично. Хорошо, оригиналы грея получают по 100 тысяч герц удар каждый. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Они защищаться пытаются. Влад, они как плата такая появляется. Влад, сожги их защиту и дай им... Так, положи их на пол. На полу. Хорошо, Грей. Сегодня вы будете уничтожены живой плазмой. В моих руках появляется шар живой плазмой. 1, 2, 3. Хорошо, я этот шар делю на 2 части. Грей, кто первый? Они рукой машут, просят остановить. На каком основании? Этого удара им хватило. Этого вам еще не хватило. Следующий удар будет 500 тысяч. Пока не останется 2 горстки пепла от вас. Вы перешли все границы, паразиты. Убирая шар, входит в меня. Хорошо. 2 грея робота. Открывается воронка под ними в галактическое ядро. Они уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Какой у нас красный дракон? Посмотри, пожалуйста. Какие цифры над головами? 72-11. Да. 38-15. Да. 1000. 1000. Хорошо, красный дракон, на каком основании ты кошмарил человека? У тебя есть контракт с ним? У кого есть контракт с Аллой? Дракон давно. Сколько? Считай цифру. Сколько он находится? 15 лет. Хорошо, 15 лет ты находишься в биополе. На каком основании, дракон? Он ее ел. Ты ее ел? Да, вот есть... ее энергии ел. А где есть разрешение на то, чтобы есть ее энергии? Дракон красный. Он питал головы ей. Питал. Хорошо, сейчас твои головы я напитаю. Достаю печать дракона, включаю на полную мощность, пока не упадет самая молодая голова. Да, будет так, а так и есть. Она побелела. Хорошо, выключаю печать.
Я с тобой еще разберусь, красный дракон, чуть позже. Считай цифры у Джина над головой. 32-16. На каком основании ты находишься в этом биополе? Джин недавно. Это не имеет никакой роли. Отвечай на вопросы. Джин помочь хотел. Себе. Желание хотел выполнять. Тебя просил кто-то об этом? Кто-то призывал Джина прямым текстом? Джин, приди. Нет. Хорошо, значит, ты находишься здесь. Но я слышу желание. Меня это манит. Ну хорошо, меня манит, тебя уничтожить. Что мне делать? Пересмотреть свое желание. Серьезно? Хорошо, я подумаю над этим предложением. Мы же не убийцы. Сколько ты находишься в этом биополе, Джин? 1 год и 5 месяцев. В квартире присутствуешь? Неприятно мне там присутствовать, здесь теплее. А почему тебе там неприятно, объясни мне? Холодно там. Мерзко, я бы сказал. Если Джин говорит мерзко, я такого еще не слышал. А что ж там мерзкого такого? Портал сплошной космический или что? Много космических остановок. Понятно, хорошо, Джин, меня этот ответ устраивает. На тебя воздействовать не буду. Считай цифры у беса над головой. 8. Сколько ты, бес, находишься в этом биополе? 6 месяцев. 6 месяцев. Ты в квартире есть? Да. Хорошо. Я сегодня буду чистить квартиру. Ты можешь мне помочь. За это надо будет закрыть все порталы. Ты должен будешь собрать после чистки все, что ты там оставил. Порталы ты мне покажешь, я их закрою. После этого я соберу тебе весь негатив, отделю его от космического негатива и отдам тебе в дорогу. Устраивай тебя. Подходит. Хорошо. Итак, начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Вы будете на них отвечать. И я даю команду тонкой копии Аллы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. Также выстраиваю канал напрямую к конструкции рептилоида и двух креев. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Кале. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Пошел процесс. Считай, пожалуйста, цифры у рептилоида над головой. 106. Ты кто? Лаборант. Хорошо. Грей, сколько вы находились в этом биополе с этой конструкцией? Когда есть эксперименты, есть всегда лаборант. Ну, мы уже его навстречали, военных, поэтому и спрашиваю. Итак, Грей, сколько вы находитесь с этой конструкцией рептилоидом в этом биополе? 13 лет. 13 лет. Сканер конструкция пока... меньше. Сканер, просканируй сейчас полноту души Аллы на настоящий момент. 90. Грей, где 10%? У них. А на каком основании вы изъяли у нее 10% ее души? Они показывают душу, она как бриллиант. И слова идет бриллиант, бриллиант. Он у них в коробке находится небольшой. И они ее приманили, так они говорят. И она пришла. Это для меня слишком... Контракта у них нет. Контракта нет. Вот это все, что я хотел услышать. То, что вы приманили, кого-то не приманили. Для меня это роли не играет, потому что эта конструкция сегодня будет установлена в вас. Вплоть до расчленения тонких тел. Если я замечу такой факт, вы получите незабываемое впечатление. Тела на месте, все я проверила. Хорошо. Потому что тоже казалось, что нет. Они просто пустые. Сколько процентов энергии они у нее воровали через эту конструкцию? Пошла цифра. 80. 80%? С определенных чакр. 80. С верхних. Значит, вы не можете объяснить этот факт насилия над душой человека. Нормальными словами, вы просто банальные преступники-воры. Если это так, вы для меня вообще никакой ценности не представляете. Я спрошу у Аллы сегодня, хочет ли она отдать вам всю свою боль, которую она от вас получила. Алла, я задаю вам вопрос. Вы готовы вернуть всю боль, которую эти паразиты за 13 лет доставили вам? Хочет. Отлично. Мы дойдем до этого момента. Справедливость сегодня будет торжествовать. Ждем они экспериментировали с душой. Они пытались воспроизвести такую душу, создать. Отлично. Я это очень ценю. То, что они что-то хотели сделать, но они не спросили на это разрешение у души. Тем самым они сделали из себя подобие абсолюта. Грей, вы что, абсолют? Именно так. Они хотят создать душу.
Ну хорошо, тогда готовьтесь нести за это свою цену. Вот, цена их интересует. Они готовы продать экземпляр. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Алла забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращается назад. Готово. Сканер, просканируй сейчас полноту души у Аллы. 100%. Вот этот бриллиант, который у Греев, это то, что они создали. Mm-hmm. Оно все равно копия. Как камень. Оно бездушное. Конечно. Но только Греи этого не понимают. Потому что в них нет частицы Абсолюта. У них нет такой души, как у нас. И все их попытки будут наказаны строжайшим образом. И они сильно в этом убедятся. Итак, они пытались разными путями. Рассматривали все частицы души. Но то, что они скопировали, получился бриллиант. Бриллиант без души. Да, он дает свет, но он не греет. Он не греет, потому что это и не есть душа, это есть подделка, дешевый фейк. Хорошо, начинаем с вытаскивания все, что еще осталось в биополе Аллы. Начинаем тогда с рептилоида. Рептилоид, что-нибудь я не вытащил еще из биополя? Что-то осталось еще? Нет, все достал. Красный дракон, что ты оставил в биополе Аллы? Платы в сердечной чакре. Где еще? Как твои платы живот. Воздействовали? Вот, я спрашиваю, где еще? Сердце живот жёг. Хорошо, еще где? Все, сердце жёг. Хорошо, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, ничего не оставляй, возвращайся назад. Докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проведена сканером несколько миллионов герц. Если хоть проводок там останется, или один чип незамеченный, специально или нечаянно, вы просто сгорите по каналам в этой клетке. Я вас предупредил. Он показывает сердечную чакру. Он пылает, как пожар, вот эта плата, пламя. И что она ощущала? Трепет во всем теле. Вот. Хорошо, Алла. Трепет во всем теле. Это был красный дракон трехглавый. Вернее, две с половиной. Спокойство. Представляю себе, как оно воздействовало, когда 80% откачивали Грея, и тут еще красный дракон устраивал такой трэш. Снял. Хорошо, Джин, тебе выходить не надо. Собирай всю свою пыль, вытаскивай все свои подключки, ничего не забывай. Ты присутствуешь в квартире, Джин? Нет, там холодно. Ты уже сказал, да. Значит, у нас только один бес. Грея присутствует в квартире? Присутствует. Хорошо. Это еще не значит, что я вас отпущу. Я сам могу это все убрать, а вы отправитесь в другое место. Джин собрал. Хорошо. И бес, твоя очередь. Скажи мне, есть ли лярвы в биополе? Вернее, где находятся лярвы в биополе Аллы? После такого воздействия они там должны быть просто. Спина, ноги. Это от конструкции? На спине, да, ноги. Это негатив, который больше, который шла вниз. Которая стекала вниз. Все понял. Хорошо. Давай, ты хочешь получить эти лярвы? Хочу. Сначала снимай, выходи, вытаскивай все, что я оставил на месте, доложи, что, все, что ты все снял. После этого я дам тебе отдельную команду на лярвы. Приступай. Он говорит, для меня это как мед. У него на ногах установлены такие, как ботинки, и они широкие. Они утяжеляют, и туда это стекает. Понятно. Мед стекает туда. Ну, он мед называет, хорошо. Другой изюм. Он снял. Хорошо, разрешаю тебе забрать все лярвы, снимай, ничего не забывай и возвращайся назад. Готово. Даю команду на рассинхронизацию Аллы с конструкцией рептилоидов и греев, с рептилоидом, двумя греями, красным драконом, джином и бесом. На счет 3. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Есть. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, бес. Сейчас я буду открывать тебе портал и выпущу тебя в квартиру. Ты соберешь за это время все, что там раскидал. После этого я приду, отправлю всех остальных. И после этого закрою портал и соберу для тебя негатив. Устраивает вариант? Да. Открывается портал в квартиру Аллы 1, 2, 3. Бес уходит в этот портал, забирает все, что принес, закрывая, печатая, растворяй. Готов. Хорошо, Джин. Ты понимаешь, что больше не стоит приходить к Алле? Понимает, Джин, понимает. Джин готов уходить? Готов.
Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте G на 1, 2, 3. Джин забирает все, что принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, Алла. Остались те, кто причинил вам больше всего боли, если так можно выразиться, потому что они все причиняли боль, но есть те, которые меньше, есть те, которые больше. Я вас спрашивал, готовы ли вы дать откат этим сущностям? Вы сказали да. Вы подтверждаете? Мне их жаль. Они ничтожны. Хорошо, я еще раз спрашиваю. Вы хотите им вернуть... Мой свет сильнее их. Верно. Вы хотите вернуть им свою боль или оставим это так? Да, я верну. Сейчас я не понимаю. Я хочу вернуть боль. Хорошо. Выстраивает Алый прямые каналы к рептилоиду, двум Греям и красному дракону. 1, 2, 3. И на счет 3 пошел мощнейший откат. Все чувства, которые пережила Алла, от каждого возвращается к нему, к виновнику этому. 1, 2, 3. Пошли потоки. Все, в течение 1 минуты возвращается назад. Они испытывают всю эту боль, которую Алла испытывала на протяжении 10 лет. Ты знаешь, этот картинки, момент подключки и дальше, они действительно проводили эксперименты и потихоньку усиливали, добавляли конструкции, вот это забор энергии. Это они испытывают сейчас. Проверяли, как она чувствует себя. Это они испытывают. Если рептилоид может дышать, то он задыхается сейчас. Хорошо. У него хрипы какие-то идут. Хорошо, до критической точки не будем доводить. Выключаю у рептилоида, у остальных идут. Все назад, все, что она получила от вас, все вы прочувствуете на себе. Дракона тоже внутри появляются какие-то синие, как жилы. Вот так вот она себя чувствовала, когда ей живот жгли, кормя третью голову. Все готово. Отлично, хорошо. Отключаете каналы. 1, 2, 3. Отлетает. Открывая воронку в галактическое ядро, каналы улетают на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. И я прошу Ли выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствуйте, Ли. У меня здесь два, как на Земле у нас говорят, отмороженных Грея. Сначала их было 4, было 2 робота. Роботы ушли на переработку, осталось 2 Грея и рептилоид. Конструкция стояла 13 лет, они были дольше этой конструкции. Они забирали до 80% из чакр. Мы вернули 10% души, которую они пытались скопировать. Человек засыпал на ходу, то есть там было мощнейшее воздействие без всякого контроля. Дракон получил тоже откат вместе с ними. Они прочувствовали эту боль, которую она испытывала все это время. Заберем всех. Что тут скажешь? Хорошо. Что с Греями? Почему они пустые? Они получили назад от Аллы по ее собственному желанию через канал всю эту боль, которую Алла ощущала 13 лет. Это было ее желание. Получается, что она ощущала пустоту, раз они пустые. Значит, получается так, что она получала пустоту. Но хуже всего, что эта пустота была в голове, она ей мешала жить. И человек просто на ходу засыпал. Это очень опасно в нашем мире. И это даже... забрали. А, отлично, хорошо. Под конструкцию забрали или она ушла? Нет, стоит конструкция. Под конструкцию открываю воронку в галактическое ядро. Конструкция уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, дракон точно получит метку. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Алла, мы закончили. Как вы себя чувствуете? Волшебно, чувство великолепно. Хорошо, мы рады, что мы могли вам помочь. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробо-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Безусловно, после такого воздействия этот процесс восстановления займет некоторое время. Я надеюсь, вы понимаете о заправке энергии, о том, как надо поднимать все вибрации. Мы вот в наших видео это показываем. Мы перешлем вам еще рекомендации после сеанса, наш администратор, что нужно делать. И мы рекомендуем вам просто этим заниматься, чтобы всегда оставаться на позитиве и не допускать таких паразитов в свое биополе. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Аллы в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга.
проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Ее тонкие тела, они выходят за грани физического тела, полностью защищают физическое тело, наполненные и гармоничные. Готово. Отлично. Отключайся от объекта.